Добрый день, уважаемые любители шахмат. Играю на шахматной планете, я MVP против николаевского шахматиста Пинлимина. Между прочим, парень серебряный призер чемпионата Украины до 16 лет. Ну, свою стандартную расстановку ставлю. Он кроме конь c6, видимо, ничего не играет в данный момент. Так, и теперь выбор. Куда развивать коня, на d2 или a3? Или d5, возможно. Нет, после a4 d5 уже не катит. Ну, в этой партии на a3 попробую. Недавно на d2 развивал в классику. Не особо понравилось. Куда коня? На c2, на c4. А пойду слон b1. В классику слона на f1 ставил. До разнообразия посмотрю, что тут будет. Правда, слон у него сильный может теперь быть после размена и подрыва c5 в какой-то момент. Кстати, разыгровку, как вы видите, я проиграл счетом 1.5 на 0. Играю без рейтинговую партию, поскольку, возможно, просто опущу, не хочется рейтинг терять. Даже не знаю, что с этим давлением на пешку d4 делать. Избыточную защиту применю. Давит на нее. Да, эксперимент не удался. Что, изменим пешечную структуру? Меняюсь. Полминуты времени хоть по центру. Нет. Как-то пешку А4 держать надо все-таки. Сделаю его любимый прием лифт. Чисто психологический ход. Еще менять? Поменялся. И лифт. На мат напал. Защита вроде единственная. Вроде получше пока у меня. Конь f5, король h7. Дальше не видно, как продолжать атаку. Фигуры как-то стоят странно у него. Конь f3 хочу выиграть фигуру. Не выиграю фигуру. Ферзь f6. Пешку просто зевнул на ровном месте. Да. Сегодня не день Бекхэма, видимо. Еще думаю, зачем-то уже по времени проигрывать начал. Вперед. Вперед. Ферзь f5 грозит. Ладья e1. Опасно. Не хочется мат получать. Тут или я быстро мат поставлю, или флаг уроню. Одно из двух. А у него вроде все фигуры хорошо стоят. Темпы, темпы, темпы.
Ой, слона зевнул. Да. Может, ничего, уже проиграно. Да даже если коня H4, вечного шаха не будет. Еще и время. Да. А, еще даже закрылся просто, ну да. Ха-ха, ну, так, конечно. Техничная реализация. Флаг роняю, просто роняю флаг. И следующая партия, чтобы такое на e4 сыграть. Он французскую сыграет. Ага, он разменный вариант играет. Что сейчас придумаю, походу, c5 не хочется. А, ферзь d5 похожу. Попробую сбить с теории. Все-таки блиц. На d8. Но опять опасно. Ну и теперь выведу слона на c6. На f3 поменяюсь. Правда, я 2 темпа ему подарил. И это может сказаться. Но задумался. Ну, c6 выставляю. Блокаду. Ну, ферзь опять, затем конь d7. Ладью убрал. g6. Слон g8, слон g7. Напал. Лагает, что ли? Опа! По-моему, приплыли. Только куда, пока не ясно. А, слон f6 и ферзь f5. Сегодня разгром я чувствую. Да, ферзь f5. Сдаваться можно. Ты иду ладьей. Удар водя Е1. Мат. Но ладья Е1 не ходит почему-то. Вагон времени. Может, ферзь H8 пойдет. Король тоже по центру доски погуляет. Какая разница. Если не идет, так не идет. Минута времени, правда, лишняя. Но кому она нужна в такой позиции? Тут, наверное, надо найти невыигрывающий ход. Ну, шаг дал. Отошел. Еще шаг. Отошел. Король в атаку пошел. Что он хочет? О, от конь b5 защититься надо. А, он с другой стороны заходит. Связку использует. Ну, пешку отъедает. Или две. Да, безнадежно. Правда, 40 секунд. Вот это надо внимание обратить.
Ферзь d2, защищаюсь, отводят c1. Он с этой стороны заходит. Вот две фигуры, насколько я знаю, мать не поставит. Опа. Так, напал. Защитил. Больше других защит не видно. Вот на чем тут думать. b4 ходи. Надо было. Он на f6 можно шахом забрать. Какие-то шансы мне дает. Главное, тут мат в один ход не зевнуть нигде. Но b4. Надежда и на король b5. Он вперед пошел. Опа. Это тут опять какие-то шансы. Заберу сейчас пешку. Ладью-то он ввести в игру не может. Вот сейчас начинается шлепание у меня. На минуту так как было, так и осталось. Хотя позиция проиграна, куда так с 15-го. О, король b5, h4 мать не хочу получать. Еще поиграю. Куда-то королем пойду. Что? Сейчас паузу сделаю небольшую, чтобы он понервничал. И приход не сделал. Да, конем ходить надо. Сейчас ферзи на е3 меняются и начинается шлепание. Побил. Вперед. Пешка d может меня спасти. Защитился. Побил. Отошел. Вперед. Опа. По-моему, он выпустил меня. Сейчас, наверное, повторять ходы будет. Ага, еще и жертву отводил. Ну, спасибо. Ну, вообще, я в таких позициях обычно флаг не рублю, но поскольку мой соперник флагоруб взял, то просто и мы играем без рейтингового партию, то тут будет рубка флага.